Всем привет! В своих обзорах я уже много раз показывал различные товары от фирмы Gerber. Они были практичны, удобны и прекрасного качества. Сегодня вы увидите еще 4 товара от фирмы Gerber, которые будут по духу как мужчинам, независимо от их увлечений, так и женщинам некоторые понравятся. Начнем с небольшого ножика для походной кухни. И так как сейчас лето, то эта вещь будет полезна и на природе. Хотя, как небольшой кухонный нож, это прекрасный вариант. Данный нож является уменьшенной копией кухонного ножа FreeScape Camp. Он сделан таким образом, чтобы пользователю было удобно чистить овощи и фрукты и резать другие продукты питания. В то же время он хорошо подходит для использования вне кухни, в кемпинге или во время другой поездки на природу. FreeScape Pairing получил конструкцию Full Tank, то есть он сделан из одной металлической пластины, один край которой превращен в клинок, а второй образует полноценную рукоятку. Однако, чтобы нож удобнее лежал в ладони и работа с ним не вызывала усталости, на рукоятку сделана накладка из текстурированной резины. Она не скользит в руке и не давит. Металл, используемый для этого ножа, сталь CMSR 17 MOV. Это нержавейка с одним из лучших показателей устойчивости к коррозии. Сплав легирован молибденом и ванадием. Хорошо закаливается и легко затачивается. Поверхность лезвия сделана матовой и темной за счет защитного покрытия, обеспечивающего ножу дополнительную стойкость к воздействию воды и химически активных веществ. Нож компактный. Длина составляет 7,6 см. Режущая кромка заточена по всей длине ровно. Клинок имеет выраженное острие и довольно тонкий обух. Ним удобно резать даже твердые овощи и вырезать из них мелкие дефекты. Учитывая нескладную конструкцию ножа, он комплектуется ножнами. Они представляют из себя мягкий чехол из нейлона и неопрена, полностью скрывающий клинок и частично рукоятку. Этот чехол максимально легкий, но он служит надежной защитой лезвия от любых повреждений и потертостей. Носить нож в ножнах можно как в рюкзаке, так и повесив его на ремень. При недавней поездке на пикник данный клинок очень был кстати. Он занимает мало места, удобно прячется в кобуру, хорошо режет как мясо, так и овощи. И на обычной кухне реально будет очень кстати. Мультитул Gerber Dime Micro. Инструмент скромных размеров, который может выручить вас в очень многих ситуациях. И это я говорю с уверенностью. У меня раньше был на обзоре похожий мультитул от Ganza, которым я пропользовался 2 года. И он выручал меня в очень многих ситуациях, как при езде на велосипеде, так и в гараже и в ремонте машины. И тут я решил заказать экземпляр от Gerber, так как он немного меньших размеров и чуть лучше по качеству сборки, хотя и Ganza очень хорош. В сложенном состоянии длина модели составляет менее 7 сантиметров, в раскрытом почти 11. Несмотря на свои достаточно скромные размеры, мультитул имеет достаточно внушительный набор инструментов, их тут аж 11. Помимо плоскогубцев с кусачками в комплект входят небольшое лезвие с обычной заточкой, лезвие для вскрытия упаковки, package opener, плоская и крестообразная отвертки, напильник, ножницы, пинцет и открывалка для бутылок. Конечно, для сложных работ мультитул не приспособлен, но помочь в мелких работах вполне может. Для работ посерьезнее у меня есть обзоры на полноразмерные мультитулы. Выполнен данный помощник из нержавеющей стали, накладки из цветного высококачественного пластика придают модели привлекательный вид и оптимизируют удержание в руке во время работы. Лично я ношу на брелке фонарь от Phoenix и данный мини-мультитул, и эта связка выручает меня уже много раз. Полноразмерный мультитул – штука, конечно, намного круче, но в кармане носить его на постоянной основе немного неудобно и тяжеловато, разве что в кобуре. Этот же миник без какого-либо дискомфорта ложится в карман, незаметен при ношении, но иногда может пригодиться очень кстати. А это у нас небольшая компактная и полезная лопата, которая в сложенном виде занимает минимум места. Сделана и продумана хорошо, изготовлена из качественного металла, а удобная рукоятка имеет прорезиненное покрытие. Такая полезная вещь пригодится и туристу, и автомобилисту, кто знает, куда забросит судьба и жажда приключений. Скромные размеры в сложенном состоянии позволяют лопате путешествовать как в багажнике автомобиля, так и в рюкзаке или на снаряжении туриста. Нейлоновый мешочек, чтобы не запачкать багажник авто, уходит в комплект.
Прочный клинок изготовлен из высокоуглеродистой нержавеющей стали. Он легко раскрывается и надежно запирается в этом положении. Рукоятка лопаты имеет прорезиненное покрытие, так что не будет скользить в руке. Ручка удобно регулируется по высоте. Кроме того, данная модель может быть использована в качестве молотка, что немаловажно. Ну а этот красавчик, это у нас 10-дюймовый филейный нож от Gerber. Это самый большой в линейке. Есть также на 8 и на 6 дюймов. Его можно использовать дома, на профессиональной кухне, в разделочных цехах и просто на природе. Он имеет надежную конструкцию Full Tank, удобную прорезиненную рукоять и ножны, в которые встроена точилка. Для аккуратного нарезания филе, разделки пойманной рыбы нужен специальный нож с тонким и гибким лезвием. Эта модель создана именно для таких операций. Это высококачественный филейный нож, предназначен для профессионального или домашнего использования. Он сделан таким образом, чтобы выдержать длительные большие нагрузки, не утомляет руку и не требует большого ухода. Клинок ножа выполнен из нержавеющей стали 9SR. Он гладко заточен по всей длине и отполирован до зеркального блеска. Длина лезвия составляет 25 см. У ножа острый кончик. Производители использовали для данной модели клинок Full Tank, сделав нож максимально прочным. Его хвостовик продолжается по всей длине рукоятки и составляет одну целую пластину с клинком. При этом лезвие очень гибкое, и с ним будет удобно обходить рыбные кости. Хотя не только рыбу им можно разделывать, подходит он также и для мяса. Рукоятка ножа приспособлена к продолжительной и безопасной работе. Она прорезинена и не будет скользить в руках, даже если намокнет. На верхней стороне сделана площадка для упора большим пальцем. Снизу имеется глубокая выемка и защита для пальцев от попадания на режущую кромку. В хвостовой части ножа есть отверстие, чтобы к ножу можно было прикрепить темляк. Также этот нож можно носить на рюкзаке и на ремне. Чтобы эту модель было удобно брать с собой на рыбалку или в другие поездки на природу, он продается с ножнами. Этот элемент выполнен из пластика и полностью закрывает весь клинок. На ножнах сделано несколько отверстий, чтобы внутри не накапливалась влага. Важной особенностью этой модели является наличие в комплекте точилки для ухода за режущей кромкой. Она встроена в ножны и может использоваться буквально в любых условиях.
Если вы любите ловить рыбу, причем неважно где, на речке либо на базаре, и предпочитаете сами ее разделывать и готовить, то я полагаю, на вашей кухне такой ножик займет почетное место с теми ножами, которыми вы пользуетесь чаще всего. Да и думаю, пожизненная гарантия вас приятно удивит. А вообще, мне понравились все эти 4 товара. Каждый по-своему пригодится в быту и облегчит работу как на кухне, так и, допустим, где-то в дороге. А вам что больше всего понравилось из сегодняшнего ролика? Чем бы вы предпочли пользоваться чаще всего? Напишите в комментариях, мне интересно. Спасибо вам за просмотр и за лайк с подпиской. Дальше будет еще много интересного. И чтобы не пропустить свежие видео, вам поможет колокольчик. Нажав его, вы не пропустите уведомления про свежий ролик. Хорошего вам вечера и пока-пока!